Всем салют, всем привет, с вами Андрей Доцент, и это Оверлорд. Мы продолжаем скитаться по этой адской бездне, пытаясь найти ключ бездны. Нам необходимо заручиться поддержкой местных гномов, которые тоже попали сюда, в эту бездну, благодаря своему повелителю. И очистить все это дело, ёшкин кот. Вот дела. А я вот все еще думал, какую же мне броню взять? Броню огня и шлем этот, который там есть, шлем жнеца. Что-то я их так попробовал, знаете ли, что-то вообще ни о чем, если честно, броня. Огонь не поджигает, регенерации нету, урон наносит вроде как даже увеличенный. И, по-моему, чуточку даже занижает здоровье, общий показатель. То есть вообще не есть хорошо, лучше поэтому будем использовать наш стандартный набор. Учитывая, что у нас нету ребят, думаю, придется самим разбираться со всей этой канителью. У нас повелитель, благо, может и сам очень мощно вступать в любой бой. Ему практически никто не ровня с его-то щитами. Во, давай. Теперь добавим-ка мощности удара. Во. Электрический щит. Блин, столько заклинаний, вообще охереть просто. Так, а это как-то хреново действует. Все. Опа-на. Долбанул все-таки, зараза. Ну, на тебе, сдохни. Так что ж ты... Что ты ко мне пристал? Ах ты, зараза. Ну, ладно. На. Все. Отлично, вот такой вот повелитель. Блин, прям какой-то слэшер начался. Слушайте, может, в баню всю эту свиту? Я и повелителям неплохо раздаю направо-налево. Даже, по-моему, чуточку эффективнее, чем свита. Но нет, без свиты, конечно, никуда. Она нам все-таки нужна. И поэтому давайте призовем. Призовем так, что призовем-то? 10 огненных. Потом 5 синих. Ой, зеленых. 5 синих. И на оставшиеся мы призовем бурых. Я думаю, будет это нормально, более чем. Вот, ну что, давайте. Давайте будем двигаться. Нам, по-моему, если я не ошибаюсь, нужно идти теперь сюда и искать какие-то варианты здесь. Ну что, давайте будем смотреть, что мы здесь сможем найти, как обычно, проверяя всякие закоулочки, в надежде найти что-нибудь полезное, интересное и что-нибудь реально необходимое. Куда вы побежали, а? Куда вы побежали? Что-то куда-то ломанулись уже. Красавцы. О, игра сохранена. Замечательно. Что-то прямо сохранение на каждом углу здесь расставлено. Ну, в принципе-то оно и не мудрено. Местечко действительно опасное. Адская бездна. Название говорит само за себя. И паутина кругом какая-то. Какая-то гребаная паутина. Так и ждешь, что здоровый паук какой-нибудь появится. Вот, вот сразу, видите, вот искатель приключений, видите, вот это вот 100 пудов. Неспроста он сюда ломанулся. Опа-на. У гномов слишком много всякого добра. Берегитесь, чтобы они не начали в вас им кидаться. Ладно, ребята, крутите. Они шагают очень. Ага. Интересно, куда это они собрались? А хрен его знает. Короче, пока открыли это дело, давайте посмотрим, что у нас здесь вообще. У нас и там открыто, понимаете ли, и тут открыто. Надо все по возможности исследовать. Магический потенциал весь, магическую силу мы у себя восстанавливаем. Вы, блин, гляньте здесь, какая разруха! Ё-моё, ужас какой творится. Ей-богу, ужас. Слушайте, что за звуки? А-а-а, знаю я тебя! Знаю я тебя, гнида. Ты у нас на таран любишь ходить. Ага, понятно. Короче, надо как-то открыть вот это вот дело. А как это все открыть, это вопрос. Нам нужна взрывчатка, я полагаю. Взрывчатка, да и поболее, я бы сказал. Ну-ка, может быть, здесь какие-нибудь варианты есть? Нет, здесь что-то тоже не густо как-то все. Совсем мало, но будем что-то думать, я не знаю. О! А, как интересно. Слушайте, а ну-ка, стойте-ка. Давайте-ка все сюда.
Вот, ребята, займите-ка здесь вот статичную позицию. Не хочется мне вас потерять в случае чего. И давайте будем смотреть, что мы здесь можем вообще найти, чем бы могли воспользоваться. Бомб тут, очевидно, нету. Да и ловить здесь, в принципе, особого такого нечего. Поэтому будем пытаться что-то как-то здесь провернуть. Я не знаю. Вот почему сюда идет проход, если дверца открывается там? Если она открывается там, почему идет тогда проход вот по этому мосту, спрашивается. Как-то это несколько странновато, значит, должно быть как-то задействовано. А ну-ка. Чё у вас там? Есть что-нибудь интересное? Нет, ни хренашечки нету, к сожалению. А, нет, есть, есть! Короче, бурые. Бурые, вы должны сюда проникнуть. И завалить этих ребят. Давайте. Во! Валите их нахер! Валите их! Во! Красавцы. Так, пусть они там все ломают. Во! Отлично. Все. И, короче, одного смелого посылаем туда. Ой-ой-ой. Давайте, 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 давайте. Сейчас рванет. Сейчас рванет. Есть! Открылся проход. Это очень здоровски. Это просто замечательно. Слушайте, там не кажется ли серьезно, там кто-то бежит, что ли? Что-то как-то это. Как-то это странновато все выглядело. Погодите. Значит, мы здесь как бы так вот прошли, используя бомбы. Здесь у нас вариантов не густо. Остается только идти сюда. Но здесь мы можем как бы силы восполнить. Но кому это надо? У нас и так все по максимуму. Кстати, преимущество вот этого шлема, который мы сейчас используем, он позволяет нам все-таки 50 вместо 40 использовать прихвостней. Что, естественно, огроменный плюс. Ну что, разбираемся с ними? Что я скажу? Давай! Опа-на! Еее! Горите! Вот так вот. Все. Ребята загнулись. И слава богу. Значит, мы здесь можем также пройти. Но почему здесь нельзя? Что здесь у нас? А здесь у нас точка возрождения. Здесь у нас точка возрождения. Есть ящички. Как бы можно использовать. А еще там бомба здоровая. Это тоже, я думаю, мы сможем как-нибудь использовать. Во всяком случае, по крайней мере, у нас тут есть места для возрождения, и в случае чего мы сможем установить все свои силы. Всю свою свиту. Ох, сука, тут взрывчаток. Ой, там этот еще находится. Ужас. Зазыватель. О, зеленые. Хорошо, что я вас все-таки взял. Что у нас здесь? Слизни! Слизень с золотом! Как он этот только не издевается над гномом. Достать золото из пещеры слизней. Конечно, обязательно. Только сначала давайте-ка... зеленые у нас постараются немного. Все-таки надо, надо это дело нам как-то прекращать. Вот. Вот всегда надо иметь полный набор. Не понял. Не понял. Давайте, сгорите вы там нахрен. Во! Ну и в чем проблема? В чем проблема-то? Давайте, короче, побежали. Вот, короче, побежал. Давай, 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 давай. Черт, нет, хреновая идея. Как-то все хреново получается. Погодите-ка, вот, давайте-ка еще раз. Вот, направо, направо. Во, активировали что-то. Правда, что активировали, хрен его знает. Бомбу активировали, которую мы должны теперь донести. О! Беги, 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 беги! Боюсь, нам придется все-таки пожертвовать одним прихвостнем. Ну а что же делать-то? А, нет, он еще живой останется. Нет, он не остался, к сожалению. Мы будем помнить его храбрым, молодым и мелким. А еще и вонючим. Все. Допустим. Допустим, так. Что делать-то дальше? Как вот с этими-то быть? А мне кажется, вот этому надо опоры снести, да, скорее всего? Снести опоры, чтобы он приземлился. Тут ворота у нас, видимо, не откроются никак. Поэтому нам нужно как-то все это дело
разруливать. Ну, давайте спустимся, прикинем, какие есть тут варианты. Что-то гномы полумертвые. Почему они такие? Хрен его знает. О! Давайте-ка. Ну, кто-нибудь смелый. Слушайте, ну-ка, давайте-ка вот так вот допустим. Я думаю, радиуса должно хватить взрыва. И... пам! Как-то все хреново слишком. И смотрите, у мертвей снова появились. Вот это вот не есть хорошо на самом деле. Это совсем нехорошо. Давайте, 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 давайте. Все, загнулись, загнулись. О, ящики, ящики. Давайте вооружайтесь, ребята. Слушайте, а что исчезают-то камни? Камни исчезают. Нормально так. Но тут как бы эти, как будто выходят гномы. Поэтому все это дело исчезает. И взрывчатка исчезает. Слушайте, а может быть просто, ну, его в баню вот этого с косой? Хотя нет, смотрите, опять взрывчатка, и тут взрывчатка, и там взрывчатка. Мне кажется, тут надо как-то по-особенному с ним повозиться. Ну-ка, давай-ка. Во. Нос. Получится? Нет, хреново что-то как-то получилось. Давайте-ка еще одного призовем. Во. Назад, 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 назад. Ну. Есть, есть. Блин, и казалось бы, вот уже все нормально. А все равно как-то все хреново получается. Слушайте, а по-моему надо, знаете что? Я, кажется, понял. Смотрите, как получается. Ёлки-палки, взорвалось-то как мощно. Короче, надо нам прихвостни, понятное дело. Двое возле колонн находятся. Синие, буры, красные. Буры. А одного сюда. Красные. Нет, 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 нет. Красного синие. Давайте-ка сюда. Буры. А двоих бурых самых смелых берем. Один сюда. Давай, 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 давай. Давай. Быстрей, быстрей. Во. Все. Есть. Опа-на. Да что ж такое? Нет, что-то как-то хреново все получается на самом деле. Как-то все очень хреново. Честно говоря, даже не знаю, что здесь делать. Постойте, может быть, надо просто к этим подойти. Давайте валим этого слизнюка. Есть. Ну, было даже ага. Слишком просто. А-а-а, видите ли? Мне сейчас кажется, все не все так просто будет. Давай, 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 хватайте. И понесли, короче, отсюда. Вот это мы, приспешники зла, называем ловушкой. И это, да я так и хвалил на арене, как нефиг делать. Давайте, один сюда, короче, идет просто. Давай. Опаньки, ребята. На! Стойте здесь, я его сам замочу нахрен. Во! Все. Хозяин, барин, синие. Синие. Красные. Красные. Зеленые. Буры. Во. Да куда ж вы побежали-то? Во, давай, 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 давай. Все. Все, ребятца. Сейчас тут будет хороший взрыв. Ну, этому однозначно задница. Еее! Вот это нормально. С каким звуком-то высочным разлетелись. Может быть, еще кого-нибудь? Ну, что, мне самому, что ли, поджечь это дело? Нет, хреново. Круто было. Хреново. Давай-ка. Давай, 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 руби его. Сейчас, правда, рванет, может быть, и нас зацепит. Но я думаю... Есть. Атас. Блин, нифига себе долбанул-то как знатно. Ну вот вроде и все, ребят. Вот вроде и все. Давайте-ка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Назад. Бурый, давайте-ка несите. Точнее, тут у тебя. Пусть несут, а мы-ка глянем, что у нас тут открылось вообще. Что-то мне кажется, тут есть
нечто интересное. Ну, тут, по крайней мере, есть, смотрите. Тут вот что у нас есть. Это вот определенно радует. Эта ситуация. Во. Чуть не пойму. Синие, зеленые, красные. Синие, зеленые, красные. Ну вы чё, ребята, вы столько всего оставляете? Я обалдеваю иногда просто. Хоть самому вручную все открывай и подбирай. Ладненько. Допустим. Допустим так. Все, мы как бы с этим заданием справились. Теперь нам надо как-то это дело все обойти. Вот этот говнюк нас в покое не оставит, я так думаю, да? Определенно не... Опа-на! Ребята, ждите здесь. Повелитель сейчас будет рвать и метать. Опа-на. На колени! Я подчиняю тебя своей воле. Что-то, правда, очень много жрет эта вещь заклинания. Давай. Все, отлично. Лапам смерти не удержать повелителя. Все. Обалдеть. Ну-с. Ребята. Бурый сюда. Давай-ка. Бурый частично сюда. И частично туда. И смотрите, как получается. Мы сейчас это все дело выведем, как бы, да? Как бы все это дело выведем. Ну и интересный момент один у нас возникает. Очень интересный момент. А что же тогда там находится? Если сюда мы как бы это все дело вытаскиваем. По всей видимости, там какая-нибудь дополнительная локация. Поэтому давайте глянем. И плюс ко всему прочему, нам необходимо еще найти где-нибудь гномов. Гномов-то нет. Во-во. Давайте, все, уничтожьте здесь все. Все уничтожить. Все сломать. О, сундук какой-то. Ломайте сундук. Ребята, ломайте сундук. Во, ух ты, нифига себе, сколько жизненных сил. Сколько жизненных сил. Да, здесь, по всей видимости, больше-то и ничего, собственно, и нету. Ну, раз ничего нет, тогда погнали отсюда. Что здесь еще-то делать тогда? Тогда остается двигаться только прямо. О-о-о. Действительно. Ох ты как. Решили вот так вот это самое? Застрелять? Но у меня есть супермагия, которая наносит всем удар по области огненной особой мощности. О-о-о. Блин, загибайтесь вы, конечно, все, зараза. Быстренько. Ну, что делать? Что делать? Давайте двигаться дальше. 39. Надеюсь, по пути где-нибудь попадется место, где мы сможем возродить наших ребят. А! Давайте-ка сначала спустим. Я думаю, надо спустить. Поманить этих, как его, гномов, чтобы они следовали за золотом. Иначе ни хрена не выйдет. Во-во-во, ребята, давайте. Вот так вот. Блин, вы поднимаетесь там? Управление, конечно, блин, как будто пьяные у меня эти прихвостни. Во, погнали, все. Двигаем. Бурые наготове. Ух ты, какой слизняхище. Ну-ка. Давай-ка. Ой, сейчас, походу, там будет совсем круто. Кстати, а он прямо в бомбу уставился. Ха, дурак. Слизнявый. Давайте, ребята, все ломайте здесь. Ломайте все здесь. Все сносите. Все разнесите. Во, во. Отлично. Всего много и сразу. Где все-то? А, все здесь. Замечательно. Кто-то там так зловеще, знаете ли, смеется. Запачканное слизью золото спасено. Очень здорово. Охренеть, как здорово. Все. Так, смотрите, а сюда мы теперь попасть не можем. Понятно, значит, придется идти сюда. Теперь понятно, почему этот мост был. Куда вести все надо. Вот этих надо завалить определенно. Они достали. Вали их. Блин, крики такие, как будто девка орет. Все, нет. Сюда двигаемся. Двигаемся вот сюда. Ну, чё там? О. Нет. Валите их нахер! Валите их нахер, они достали уже! Во!
Все, закидали. Короче, надо оттянуть назад силы. Во. А теперь давайте, 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 давайте. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Все, на мост. Двигаем на мост. Надеюсь, он нас выдержит. Опа-на. Чё-то, блин, не слава богу, все как обычно. Это что еще за херня? А, голос этот. Хрена себе. Чё-то здоровенная хрень такая. Слава, богатство, любовь. Они все растеряли. Их страдания позволят мне. Кстати, кстати, вот тут вот что-то есть. Мне бы не помеш... А, во. Стоять, валите их нахер. Валите их нахрен. Вот так вот. Короче, мне нужна мана. Повелитель, об этом существе мне еще молодому прихвостню рассказывали на факультете демонов. Вот только имя я его никак не могу вспомнить. Чем больше стараюсь, тем крепче забываю. Хм, интересно. Так, погодите, мне нужно срочно восстановить ману. Где-то алтарь нужно найти. Ну какого же хрена вы сюда-то ломанулись? Ну ядрить вашу налево, а? Ну все через жопу. Вот, давайте снова сюда. Короче, все это дело выкидывайте. Мне нужна мана. Мне нужна мана, чтобы все вот это дело открыть и взломать как-то. И я вижу только один вариант. Поджечь вот эту вот бомбу. А у меня маны нету. Да, и красный никак не реагирует на это дело вообще. Все очень хреновенько. А тут... Тут тоже. Давайте. Во. А может быть здесь есть то, что нам нужно? Ну-ка, стойте. Нет, думаю, здесь вряд ли есть то, что нам нужно. Давайте-ка отступим. Там все-таки были где-то вот эти вот места для пополнения маны. Но это, блин, аж в самом начале. Может быть, где-нибудь поближе будет? Я не знаю. Мне очень нужна мана. Я хочу попробовать поджечь вот ту бомбу, чтобы она взорвала стену. И потом, надеюсь, что она заново появится. Я смогу ее снова взять прихвостнем и взорвать уже вторую стенку, которая стоит там рядом. В надежде получить что-нибудь ценное. Хотя что-то... Идея, конечно, так себе, но, по крайней мере, хоть какая-то, какая-никакая, но идея. Блин, и здесь говно, фуфло, ни хрена нету. И тут закрыто, и там закрыто. Не, слушайте, походу тут вообще нет вариантов. Вообще никаких. Вообще никаких вариантов. Ни тут, ни там. Ну-ка, а если я вот сюда спущусь, может быть, я найду что-нибудь такое, что мне, может быть, реально поможет. Но это я как бы сейчас с другой стороны оббегаю это дело, да? Вот. А! Ух, ёлки-палки. Куда я вышел-то? Ничего себе. Ничего себе я вышел. Однакось. Вот уж не думал. Ну давайте тогда там у нас есть как раз этот... Ура, хозяин, барин. Источник. Блин, еще что ли, гномы? Какого хрена? Я же вас всех заманил. Ой, ужас, ой, ужас. Так, вы, ребята, короче, ныряйте. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не те ныряют. Короче, синие пусть идут лучше. Зеленые! Синие, давайте. О! Все! О, отлично. Буры. Блин, тут у нас еще остались гномы. Обалдеть просто. Может быть, если я на них с заклятием подействую, они как-нибудь за мной пойдут, а? Как думаете? Что у нас там есть? Замедлить. Это самое. И подчинить. Нет, я думаю... Ну, надеюсь, что хотя бы тех хватит, Буры. Ребят. Будем надеяться, что хотя бы тех хватит. Потому что, ну, я не знаю. Блин. Чё-то как тут все так запутано, я чё-то, честно говоря, даже сам не понял, как я сюда пришел вообще. Вроде как ты так шел, а вроде уже и не так. Хрен его знает. Вот, золото здесь. Так, ну давайте-ка сначала попробуем вот это вот дело. Во, ну-ка.
Нет. Нет, тоже так не пойдет. И так не пойдет. И так не пойдет. И что вы мне делать прикажете? Бомбу, что ли, тарабанить со всей силы сюда? Как-то спешить. И то, кстати, как-то все это стрёмно получается очень на самом деле. Так, ребята, давайте-ка все назад. Тут у нас... Стойте. Тут интересный момент наклевывается у нас. Тут, оказывается, еще граната есть. Давай, 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 несись, несись. Чувак, ты должен просто успеть. Ты просто должен успеть. Ёлки-палки. Да чтоб тебя. Вот, короче, вот какой план-то оказывается. Понятно. То есть, видимо, тут ничего такого сверху нету. Нам просто, видимо, сюда надо по сюжету, скорее всего. И огни синие горят как раз, да? Типа неспроста все это. Ладно. Давайте хватайте золото. Кто там у нас остался? Заманим остальных гномов, потому что у меня такое чувство, что без остальных гномов что-то ни хрена не выйдет. Давайте, несите, несите. Вот сюда. Да бляха ты моха! Во! Сюда перебирают, перебирают своими мелкими лапками. Чё ж они так несут-то хреново? Отнесите золото в зал, повелитель. Ага. Там ещё много гномов. В зал. Но я вроде всех теперь подобрал, разве нет? Я вроде всех подобрал. Ну а теперь давайте, собственно, двигаться. Буры. У нас тут вроде как там идет нормальная компашка такая из гномов. И вроде все должно быть нормально теперь. Но мы, естественно, идем вперед, потому что если кто-нибудь нападет, эти ребята, естественно, не смогут защищаться, и надо будет прикрыть их задницу. Ну, давайте глянем. Ну-ка. Нет, нет, здесь нет. Вот тут. Что-то здесь. Блин, вы гляньте, что-то тут какие-то... Ой, еще эти двигаются. Какого хрена, спрашивается? Какие варианты тут? Варианты хреновые, на самом деле. Есть... Есть сейф. Сейф-зона. Которая нафиг не сдалась. Сдается мне, придется наших этих ребят отправлять... Самоубийственное задание. Ну-ка, давайте. Сейчас рванет. На! Ух ты! Смотрите, работает хрень-то, оказывается. Короче, мы теперь с корнями боремся. Обалдеть. Давай, 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 давай. Вот так вот. Все. Есть! А чё ж так хреново-то? Что, нас тут не замочит хотя бы? Это все. А, смотрите, и тут пройти можно. Но можно, оказывается, и тут пройти. А это что такое? Ну, давайте хотя бы одного пошлем. Ну-ка, что он сделает-то? О, что-то активировал. Нормально так. Нормально так. Ну, давайте сюда спустимся. Во. Есть. Сбрасываем. Пока сбросим. Обойдем. Так, ребята, давайте-ка вы все сюда газуйте. Вы все сюда газуйте. Я возьму одного какого-нибудь самого сумасшедшего. Синий. Я думаю, как раз для этой роли пойдет. А, блин, а. Надо этих ребят-то отогнать. А то сейчас как нафиг рванет все это дело. И никто в живых не останется. Вообще. Вот. Так. Отлично. Ну, допустим. Допустим так. Теперь нужно сделать так, чтобы наш этот с бомбой пробежал. Будем надеяться, что у него получится. Давай, 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 несись, несись, несись. Все, мы будем помнить тебя. Нет,
Нет, он выжил. Он, мать его, выжил. Это охренеть просто. А что же здесь-то у нас-то находится? А, так вот, прямиком-то проход оказывается. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Тогда давайте-ка одного сюда. Вот. Вот, одного сюда. И, короче, пусть они там долбают все это дело. Во. А вы давайте-ка ломайте. Все ломайте, все очищайте. Они должны здесь пройти без проблем. Так. И вы пока здесь стойте. А я пока пойду гляну, что у нас там вообще происходит. Куда это место-то хоть ведет-то? Пусть часть будет прихвостней там, часть тут. Может, что-нибудь интересное не найдем. Все-таки там уже все ясно. Нам остается идти только туда. А здесь тогда что? Это что такое вообще? Это что это такое открывается? Что-то странная какая-то хрень. Что-то куда-то все это выводит. Что-то куда-то вывело. Куда-то хер пойми. Блин. Вообще непонятно, куда идем, что делаем. Ужас какой-то. А это что такое? Ребят, скучает. Давай, вали их. Валите их нахрен. Во, а я, оказывается, еще одного кого-то тут завалить умудрился. А, так это я в начало, что ли, вышел? Ни хрена себе. А чё ж сюда так дорога как-то странно ведет? То есть что-то куда-то туда-то как-то все это захерачивается, и мы попадаем. Хер пойми, куда мы попадаем. Ну, в общем, куда-то попадаем. Короче, понятно. Короче, все понятно. Давайте теперь мы будем двигаться непосредственно к месту назначению. Во, давай, 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 давай. Во. Да что вы... Блин. Во, ну. Да чтоб тебя. Ну не на тот навелся. Вот. Давайте вот этот вот хватайте и несите скорее уже. Все. Все, понесли, понесли. Ух ты! Валите их! Валите их! Валите их нахрен! Вот так вот. Все, эти ребята сами уже накинулись на эту статую своего повелителя. Во! Отлично. Всех рубим. Никому пощады не даем. Так. Ну что, ребята, вы справляетесь там? Статуя восстанавливается. Заставьте гномов работать, повелитель. В смысле, заставьте работать? А я что делаю? Я-то что делаю? Как мне их заставить-то? Волда восстанавливается. Нужно больше гномов. А где я гномов вам найду-то? Что, я еще не всех, что ли, принес, хотите сказать? Да, по всей видимости, реально не всех. Да заткнись ты! Заставьте гномов работать, повелитель. Понятно, короче, надо, я так понял, нам назад двигать, да? Типа мы сейчас при таком раскладе каши не сварим здесь. Ох, охереть ты как, а? Нужно больше гномов, повелитель. Да, где мне их искать-то? Я там вроде всех собрал, но там, по всей видимости, все-таки я кого-то упустил, да, хотите сказать? Что, еще и этот завис, что ли? Я что-то не пойму. Статуя восстанавливается. Да, я все понял. Короче, двигаем через эти. Иных вариантов нету. Нам остается только сюда идти и молиться, что там будут еще гномы. Потому что я уже, честно говоря, не знаю, где, что и как искать. Ну, вроде сейчас как налегке идем, должно быть все более-менее быстро, нам сюда. Давайте-ка вернемся, все-таки глянем. Может быть, скорее всего, и не хватает. И, скорее всего, так оно, видимо, и есть. Ладно. Давайте-ка мы это делать отмотаем. Господи, да где же этих искать-то? Гномов-то? А, вот, смотрите, вот мы, кажется, нашли. Вот вроде здесь должно что-то быть, надеюсь. Да? Или нет? Или да, или нет. Хер знает, тут одни... одни бараны тут, ё-моё. Гномами и не пахнет. Повелитель, нужно давай ты гномов. Вали этих. А!
черт! О, черт! Хреново! Однако очень и очень все это хреново выглядит. Что мы имеем? Ух ты! Интересно. Заклинание! Опа-на! Неуязвимы. Короче, нам нужно подтянуть сюда силы и забрать все это дело. Затрахал ты меня, Гнарл! Ё-моё! Голды восстанавливается, нужно больше! Знаю, что больше, где только искать их? Ну, давайте хотя бы заберем вот это вот. Во! Давайте, ребята, старайтесь хотя бы... Хоть что-то сделайте все по-нормальному. Ага. Гнарлу нужно на нее взглянуть. Редкостного меча какого-то? Хорошо. Да не знаю я, где ваших гномов искать. Профукал я этих где-то гномов. По всей видимости, они еще в той локации остались. Но я что-то туда сходил, я там никого не нашел. Где же вас искать-то тогда? Боже мой. Как же ты достал меня, а? Статус, как мне заставить? Ну, сначала говорит, заставь их. А потом говорит, нужно больше гномов. Он сам не знает, видимо, чего нужно конкретно сделать. А, теперь гномов. Больше гномов, оказывается. Ну, нормально вообще, здорово. Эти, ё-моё, ни хрена не справляются. Где ж мне откопать-то вас всех? Гномы пропали куда-то на ровном месте. И хер поймешь теперь, где искать. Да, то и восстанавливается. Здорово. Заставьте гномов работать, повелитель. Угу. Там еще и закрыто, да, типа, хотите сказать? Вообще ништяк. Вообще ништяк. Короче, выходим. Ладно, будем искать. Ой, ёханый бабай, а вы-то откуда взялись? Я не пойму. Чё-то гномы тут появились, там появились. Чё вообще за хрень творится? Ну-ка, ребята, как вы там? Справляетесь? Нет, говорит. Ни хрена мы не справляемся. Статуя восстанавливается. Как же вы меня достали, ядрить вашу налево. Где ж искать-то еще остальных? Статуя какая-то, я не знаю, непобедимая просто. Повелитель, нужно больше гномов. Откуда эти взялись? Сам до сих пор не пойму, откуда они взялись, но откуда появились твари. Во! Вон они откуда выбегают. Все ясно. Короче, вот. Давайте, 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 гномы. Гномы, выбегайте из своих этих... Офигеть! А я-то думаю, где гномы? По всем локациям уже их обшарил. Даже меч какой-то нашел редкий, вон. Они, оказывается, сидят там, выпивают, твари бородатые. Задолбался я вас искать. Вон, понавалила армия. Блин, больше, чем моих прихвостней. Все, там уже какой-то это... Церковь заиграла. Скоро будем голды хоронить. Звук такой. Ну-с. Как, ребята? Ребята, молодцы. Ух ты! Валите их! Валите их нахрен! На! Вот так вот. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Слушайте, опять такой звук какой-то. Звук не очень приятный. Во, смотрите, все, кажись, да? Валите их! Валите их! Опаньки! Все, разлетелся нахрен голда. Хоть это радует. Все, валите их, валите. Камень бездны извлечен из голды. Ядрить ваш налево. Че, серьезно, что ли? Фу, короче, давайте-ка камешек хватаем. Хватай камешек, мать твою. Во. Все, и эту форму хватайте. Вот наш, нужно убрать его отсюда пока. Угу. Че пока? Они не заметили. Кто? Кто не заметил? Ёб твою налево, только этого не хватало. Ребята, супер усиление. И давайте. Вместе. Вместе, вместе, вместе. Отлично, валим, валим, валим. Огнеметчика только не хватало. Это мне вот это уже не нравится, если честно. Все. Так, короче... Всем занять позиции здесь. Охранять это дело. А я пойду с этими возиться. Давай. Ой-о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 й.
Так, аккуратно. Еще раз. И на тебе. Есть, один готов. Так. Опа-на. Два. Три, четыре. Пять. Есть. Вот и еще один. Давай, 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 давай. Укрылись, укрылись, укрылись. Хорошо. Все. С огнеметчиками вообще лучше прихвостней не отсылать. Они нафиг сдохнут от его атак. Тут у прихвостней практически никаких шансов нет против них. Есть только огненных. Не задействовать. Но огненные против огня тоже как-то хреново все работает. На самом деле. Что там, все? Все загнулись? Что, кто-то остался, что ли? Хотите сказать? Кто там? О! Мелкие! Валите их нахрен! Все назад! Назад! Перехватите его! Перехватите эту тварь! Во! Все, валите, валите, валите! Не дать им вообще ничего делать. Тихо, 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 тихо. Все. С цветами бегают. Обалдеть просто. Совсем подряд. Что-то прямо совсем многовато, больно. Бородатых-то повалило. Так дело не пойдет. Валите их нахрен. Я сам в бой вступлю, если надо. Вот так вот. Многовато вас, козлов, набежало. Блин, как значит искать, долбить этого, так все куда-то попрятались, твари. Зато тут ни с того, ни с сего все сразу появились. Тот же миг. Во! Валите этих. Валите их нахрен. Он кидает, кидает. Все. Бешеные бороды. Бешеные бороды повреждены. Повреждены, побеждены. Я балдею. Ну-ка. А где этот-то? Унесли, унесли. Нормально, нормально. Все, давайте, давайте, давайте. Хватайте вот это вот дело. Во, все, понесли. Где наш этот, бляха-муха? Игра... А, вот. Ну, замечательно. Хоть это радует. Ребята, давайте-ка в темную башню все это дело относите. В конце концов. Ну-ка. Ну, есть. Одну отнесли часть. Это меч. Угу. Жизнекрат. О, обожаю. Ух ты! Пейте импорт, поздравляю. Это очень здорово. Весело, ага. Но вам еще придется увидеть последнее действие моей пьесы. Ладно. Давайте-ка вернемся в башню. Слушайте, меч, меч, меч. Что-то прям меч какой-то охерительный обещают. Меч Жизнекрат. Это как в Скайриме, я зачаровал свой меч на кражу здоровья. Это типа то же самое, что ли? Хотите сказать? Ну-ка, давайте-ка. Глянем, что там за меч. Действительно уникальный, по сути-то, получается, скажем так, навык. Ну-ка, уникальные вещи. Вот. Боль врага исцелит вас. 250 всего лишь. Что-то уже как-то не внушает доверия, если честно. Вообще не внушает. Ну-ка, ребята, давайте, прыгайте. Хотя, в принципе, какой нахер жизнекрат? У меня и так броня исцеляет. Во! Уже сразу огонь показывают, уже прихвостни не показывают. Ух ты. Слушайте, а вот это вот интересно. Это очень интересно. Определенно. Это оружейное. Угу. Здесь хранится все ваше оружие. Замечательно. Гиблет, подъем! Тут, то есть, ни хрена как бы нету, да? Никаких других показателей. Так, шлем извечнее. Вот оружие. То есть нет тут у него, понимаете ли, показателя того, что сильнее и больше наносит урона, как бы. Просто нету. И вот думайте, как хотите. Как-то вот так вот все это делается. Вот так вот. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. И если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. И не забывайте заходить в группу ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока.
пока.